хозяйка попросила документы забрать. Короче, оказывается, тут повырывали нахрен 3 подъезда. Двери с мясом. Вообще. Вот так вот. Ну, у меня просто слов нет. Вообще. Все. Даже орудия преступности стали. Вот так вот. Люди думают, что двери что-то спасают. Вот. Такие вот подъезды часто происходят. Все выломано. Все это. Да. Так что чисто попросили посмотреть, что там у них с дверями. Ну, так вот, вот в каждом подъезде сейчас такая хрень. Ну, можно любую двернуть. Будет открыто. Так что как-то так. Ух ты, блин, прилеты как раз. И вот они. Ключи мне дали. Типа от квартиры. Ну, тут ключи даже не надо. Вот как-то так. Ну и последний этаж. Такая же херня.